В ходе аукциона, на котором были представлены детские рисунки и поделки, удалось выручить более 1 000 000 рублей. В акции приняли участие местные бизнесмены. Самая дорогая картина юного художника была продана за 200 тысяч. Часть собранных средств будет перечислена детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации. К новому учебному году получат помощь и многодетные семьи курорта. А есть кому просто даем 10 тысяч, потому что очень многодетная семья и просто не за что. А форму они у нас получат, а вот школьные принадлежности и обувь купить не могут. Поэтому мы даем им денежки 10, 25, кому-то двухъярусные кровати нужны многодетным семьям, кому-то какие-то нужны тренажеры. Вот рассматриваем все, консультируемся с докторами, необходимость какая в этом, и тогда вот распределяем. Собранные деньги пойдут также на покупку призов для участников фестиваля творчества для детей с инвалидностью «Хрустальный петушок».